Добрый день, люди мои дорогие. Мы все очень сильно хотим победу в этой войне против России. Но забываем о том, что нам нужна внутренняя победа. Над коррупционерами, над вот этими всеми, кто крышует всех. Потому что случилась такая ситуация, я увидел бабушку старенькую. Это пенсионерка. И она просто просила купить ей какую-то булочку, просто чтобы поесть. То есть этот человек ходит голодный. Ей не надо там покупать крутые машины, виллы, яхты, квартиры. Ей просто нужно поесть. Так это еще зимы нету, коммуналки нету. Вот мне вот интересно, когда наступит эта победа, чтобы люди зажили как победители. А не просто выиграть войну с Россией и говорить: класс, мы победили эту войну, и дальше большинство людей будет за чертой бедности. Честно говоря, очень стыдно вот за таких депутатов, которые сидят на бабках, на мешках с деньгами, а вот такие вот бабушки, которые пенсионерки, да, которые всю жизнь платили налоги, пенсионные отдавали, а сейчас вот так вот ходят и попрошайничают хлеб. Так что вот над этим нужно немножко подзадуматься.